игра воблера Кухааса 12 сантиметров. Я думаю, что видно. Во всяком случае, я вижу сквозь воду. Я думаю, что и камеры это запечатлеют. То есть, видите, такие рваные влево, вправо. И своя мелкочастотная игра. То есть, такая хаотичная рыбка. Давайте можно попробовать еще подмотать чуть-чуть. Вот видно сейчас, наверное, очень хорошо. Видите, абсолютно хаотичные какие-то непредсказуемые движения. Влево, вправо, влево, вправо. Но он заглубляется-то побольше. Это просто, видите, тут тотус 3 метра всего. Ну вот, соответственно, вот такой воблер. Сейчас, секундочку. Кухааса финский. Вот игра, видите? Сразу пошел влево, вправо, влево, вправо.